И опять в гей-клубе был пидор старый. Ну и небось не стоит-то уже. Все туда же, гандун толстый. Фу, вонище такое, горшок этот вонючий, потный. Фу, скотина, фу, опять в гей-клуб ездил пидор старый. Ошибаетесь, Беримор. Просто съездил в город купить новый слуховой аппарат. И опять в гей-клубе был пидор старый. Ну и небось не стоит-то уже. Все туда же, гандун толстый. Фу, вонище такое, горшок этот вонючий, потный. Фу, скотина, фу, опять в гей-клуб ездил пидор старый. Ошибаетесь, Беримор. Просто съездил в город купить новый слуховой аппарат. Сын мой, вы наконец достигли того возраста, когда пора подумать о женитьбе. Вот, например, мисс Гамильтон. Известнейшая фамилия, прекрасная приданная, да и хороша собой. Но она мне не нравится. Ну хорошо, тогда мисс Свитц. Конечно, не такая известная фамилия, но тоже хорошая приданная. Знаете, мама, она мне тоже не нравится. Хорошо, Джун. На ком бы вы сами хотели жениться? Мне неловко говорить, мама. Но я хотел бы жениться на нашем конюхе. Как? Он же католик! Сын мой, вы наконец достигли того возраста, когда пора подумать о женитьбе. Вот, например, мисс Гамильтон. Известнейшая фамилия, прекрасная приданная, да и хороша собой. Но она мне не нравится. Ну хорошо, тогда мисс Свитц. Конечно, не такая известная фамилия, но тоже хорошая приданная. Знаете, мама, она мне тоже не нравится. Хорошо, Джун. На ком бы вы сами хотели жениться? Мне неловко говорить, мама. Но я хотел бы жениться на нашем конюхе. Как? Он же католик! Лорд Джун, в свете ходят слухи. Это проблема света. Да, но слухи говорят, что у леди Джейн есть любовник. Это проблема леди Джейн. Но слухи говорят, что муж леди Джейн собирается убить этого любовника. Это проблема ее мужа. Но слухи говорят, что ее любовник это вы. Это мои проблемы. А как же я? Это ваши проблемы. Лорд Джун, в свете ходят слухи. Это проблема света. Да. Но слухи говорят, что у леди Джейн есть любовник. Это проблема леди Джейн. Но слухи говорят, что муж леди Джейн собирается убить этого любовника. Это проблема ее мужа. Но слухи говорят, что ее любовник это вы. Это мои проблемы. А как же я? Это ваши проблемы. Ну, Джон,
Что у вас здесь новенького? Да ничего нового не случилось, сэр. Вот разве что ваша любимая канарейка сгорела. Как? Моя любимая канарейка сгорела? Как же это произошло? А она сгорела во время пожара вашей летней резиденции. Боже, моя летняя резиденция сгорела? Да, сэр, она загорелась от свечки, которая упала с гроба вашей мамы. Боже, неужели моя мама умерла? К сожалению, сэр, ее охватил инфаркт, когда она узнала, что ваша жена вам изменяет. Ну, знаешь, Джон, это для меня уже давно не новость. Вот-вот, я же говорю, ничего новенького не случилось. Вот только ваша канарейка сгорела. Сэр. Любезный, будь добр, зайди в комнату к леди и скажи ей, что я задерживаюсь в клубе. Но леди уже ушла спать, сэр. И тем не менее, пойди к ней и доложи, что я просил. Сию минуту, сэр. Сэр, я сделал так, как вы просили, но ваш голос из двери ответил мне, чтобы я убирался. Немедленно возьми автомат и застрели человека, который находится сейчас в спальне с моей женой. Но как, сэр? Это приказ. Сию минуту. Алло, сэр. Я сделал так, как вы просили. Но ваша жена пыталась защитить этого мужчину, и я вынужден был ее застрелить. Но Берримор... Сэр, я не Берримор. А, извините, любезнейший, я, кажется, ошибся номером. Сэр. Любезный, будь добр, зайди в комнату к леди и скажи ей, что я задерживаюсь в клубе. Но леди уже ушла спать, сэр. И тем не менее, пойди к ней и доложи, что я просил. Сию минуту, сэр. Сэр, я сделал так, как вы просили, но ваш голос из двери ответил мне, чтобы я убирался. Немедленно возьми автомат и застрели человека, который находится сейчас в спальне с моей женой. Но как, сэр? Это приказ. Сию минуту. Алло, сэр, я сделал так, как вы просили, но ваша жена пыталась защитить этого мужчину, и я вынужден был ее застрелить. Но Берримор... Сэр, я не Берримор. А, извините, любезнейший, я, кажется, ошибся номером. Дорогая, я сделал вам больно? Нет, что вы, дорогой. Да ну, вы пошевелились. Вам показалось. Дорогая, я сделал вам больно? Нет, что вы, дорогой. Да ну,
Вы пошевелились. Вам показалось. Берриман, что там происходит? Проститутки Лондона митингуют, сэр. Требуют повышения заработной платы. А что, им действительно мало платят? Я бы не сказал, сэр. Так что же они бастуют? Бляди, сэр. Подумать только, какие ужасные эти американские солдаты. Вчера в баре трое солдат с американской ракетной базы изнасиловали официантку. Ах, трое солдат. Трое солдат. Подумать только, какие ужасные эти американские солдаты. Вчера в баре трое солдат с американской ракетной базы изнасиловали официантку. Ах, трое солдат. Трое солдат. Мадам? Да? А ваш муж лежит посреди гостиной без дыхания, а в руках у него какая-то бумажка, а рядом сверток. А-а-а, значит, это пришла заказанная мною шуба. Мадам? Да? А ваш муж лежит посреди гостиной без дыхания, а в руках у него какая-то бумажка, а рядом сверток. А-а-а, значит, это пришла заказанная мною шуба. Mm-hmm.
Обосрались. Лорд, на прошлой неделе в парламенте вы заявили, что все английские женщины продажны. И я продажна? Да, Ваше Величество. И сколько бы вы за меня дали? 3 фунта стерлингов, Ваше Величество. Почему так мало? Вот видите, Ваше Величество, и вы торгуетесь. Лорд, на прошлой неделе в парламенте вы заявили, что все английские женщины продажны. И я продажна? Да, Ваше Величество. И сколько бы вы за меня дали? 3 фунта стерлингов, Ваше Величество. Почему так мало? Вот видите, Ваше Величество, и вы торгуетесь. Мой хозяин, мистер Джонс, передает вам привет и сообщает, что он застрелил таки свою собаку, которая своим воем и лаем не давала вам спать. Я признателен мистеру Джонсу. Спросите, не будет ли он столь любезен отравить еще свою жену или хотя бы сжечь ее пианино? Мой хозяин, мистер Джонс, передает вам привет и сообщает, что он застрелил таки свою собаку, которая своим воем и лаем не давала вам спать. Я признателен мистеру Джонсу. Спросите, не будет ли он столь любезен отравить еще свою жену или хотя бы сжечь ее пианино? Милостивый государь, вы вчера грубо обошлись с вашей женой, моей сестрой. Потрудитесь взять мою карточку? Мы будем драться. К сожалению, вы опоздали, сэр. Я уже дрался с вашей сестрой вчера. Милостивый государь, вы вчера грубо обошлись с вашей женой, моей сестрой. Потрудитесь взять мою карточку? Мы будем драться. К сожалению, вы опоздали, сэр. Я уже дрался с вашей сестрой вчера. А как же Шерлок Холмс обходился без женщин? Элементарно. Ватсон? А как же Шерлок Холмс обходился без женщин? Элементарно. Ватсон? Есть у меня знакомая девушка, Мэри. Представляете, сидим вечером у телевизора, а она мне: Джон, согрей меня. Я ей накинул на плечи пальто, а она снова: Джон, согрей меня. Я пододвинул ее кресло ближе к камину, а она: Джон, согрей меня. И тогда я уложил ее в постель.
Не буду англичанином, если через месяц она не станет моей. Есть у меня знакомая девушка, Мэри. Представляете, сидим вечером у телевизора, а она мне: Джон, согрей меня. Я ей накинул на плечи пальто, а она снова: Джон, согрей меня. Я пододвинул ее кресло ближе к камину, а она: Джон, согрей меня. И тогда я уложил ее в постель. Не буду англичанином, если через месяц она не станет моей.